Специальное предложение только сегодняшнего дня. Не пропустите, цена красного цвета. 4 девятки меньше 10 тысяч рублей. Бесплатная доставка также действует. Дорогие друзья, как важно для женщины чувствовать себя защищенной. Когда я увидела наше новое пальто Дженни, я поняла, что у меня в гардеробе нет такой одежды, которая бы спасала меня от непогоды. Зима – это не только морозы, это еще и сильный пронизывающий ветер, мокрый снег, а порой даже дождь. Как выбрать такую одежду, которая бы защищала от всех условий непогоды? И самое главное, для меня очень важно, Оленька, выбрать такую одежду, чтобы она меня стройнила. Как ты считаешь, это пальто меня стройнит? Очень. Вот ты знаешь, мне это первоочередно понравилось, потому что когда зима наступает, мы, женщины, забываем про свои фигуры. Мы как колобки выползаем, нас никто не узнает, зато нам тепло. Ну что ж, я хочу сказать вам, я не могу похвастаться своими формами в области талии, но мне всегда хочется иметь приталенные формы. Ну и, конечно же, дорогие друзья, от пальто я такого не ожидала. В этом пальто я чувствую себя защищенно, мне очень жарко, а с другой стороны, у меня сохранились женские пропорции. У нас 3 цвета на выбор. Мой выбор сегодня — оттенок баклажан. Глубокий, насыщенный оттенок сливы, сирени. Если быть точной, это чернильный насыщенный цвет. Дальше. Еще 2 цвета у нас есть на выбор для вас. Есть изумрудный цвет. Кстати, я вот на него сейчас уже глаз положила. Очень у меня красиво. Зеленоватые глаза, как думаешь? Тебе пойдет, очень, да? Пойдет, Оленька. Мы примерим на тебя тоже это пальто. Ну и Оля держит в руках то же самое пальто Дженни, только немножко другая модификация. Это пальто на межсезонье без меха, потому что наш воротник отстегивается. У Оли в руках 3-й цвет, он называется темно-синий. Выбирайте свой цвет, размеры у нас от 50 до 62. И сразу к тебе вопрос, Светочка. Скажи, пожалуйста, когда мы выбираем верхнюю одежду? Я всегда ее беру посвободнее, правильно я делаю? И как нужно правильно выбирать размер? С одной стороны, ты делаешь все правильно, но я сейчас обрадую миллионы женщин, потому что у нас сдвоенный размер. И если раньше я сама иногда советовала, чтобы выбрать верхнюю одежду, вам стоит выбрать посвободнее, то сегодня я могу сказать, берите точно размер в размер. Например, наша модница Елена выбирает для себя пальто размер 50-52, но при этом я хочу сказать, что пальто ее не полнит. Лениного размера, к сожалению, у нас нет. Поэтому 48 размер, милые женщины, обратите внимание на посадку пальто на лени. Если вы обладательница правильных форм, стандартного типа фигуры, это пальто будет лишь только подчеркивать вашу хрупкость. Итак, на лени пальто 50-52. А вот Лали носит размер 52-54 и выбирает себе пальто точно такого же размера, 52-54. Пальто очень красиво облегает бедра, но остается свобода. И наша прекрасная Ксения тоже выбирает пальто изумрудного оттенка, выбор Оли Гридановой сегодня, без пояса, тоже размер 50-52, Ксюшенька носит 48. Ну что ж, можно смело сказать, выбирайте свою стройную фигуру. Да, в пальто можно и постройнеть, это очевидно. Друзья, скажите мне, пожалуйста, почему настолько согревает наше пальто? Это говорится о фабертеке, об утеплителе. И наше пальто, Оленька, тоже содержит этот утеплитель. Преимущество современного утеплителя Fibertech в том, что его можно сегодня смело назвать альтернативой пуха. Когда к вам придет паспорт качества, изучите его, потому что здесь написано все об этом утеплителе. Он не впитывает запахи, он быстро высыхает, он пропускает теплый воздух, который нагревается, когда проходит к вам. И когда вы будете стирать это пальто, то тепловой эффект Fibertech никуда не исчезнет. А еще, Оленька, Fibertech очень легкий, как пух, он не вызывает аллергии. И на самом деле стеганое пальто всегда лучше и эффектнее смотрится на фигуре, потому что они женщину стройнят. Слушай, я-то раньше думала, что только пуховик может так вот максимально согреть, но он часто меня подводил. Иногда он меня прям продувало сквозь пух. И это правильно, потому что у Fibertech преимущество перед пухом еще одно. Силиконизированные волокна, скрученные пружинкой, не пропускают потоки холодного воздуха. А еще вы знаете, на что я обращаю внимание? На длину. Ведь она тоже важна. Многие женщины любят носить как сапоги, так и ботильоны, короткие ботинки и брюки. Посмотрите на наших модниц. На Лене Семеновой мы видим с вами элегантный стиль. Это Лали, которая выбирает кожаные брючки из рептилий. Они появятся позднее. Девочки выглядят по-разному. Но каждый из них выбирает пальто Дженни. 9 999 рублей. Это цена только сегодня красного цвета. Если вы подумаете, что завтра бы я купила, сегодня никак не могу,
Завтра это пальто, если останется, будет стоить 13 699 рублей. Сегодня действует максимальная скидка и бесплатная доставка. Стройная фигура и тепло. Не забудьте, здесь это все тоже соединено. А еще, Оленька, здесь статус. Многие обратили внимание на невероятной красоты мех. Скажи мне, пожалуйста, ты можешь отличить сегодня натуральный мех от декоративного меха? Ты знаешь, вот когда я трогаю наш мех, он мне очень напоминает мою детскую цигейковую шубку, настоящую, натуральную. Оленька, этот мех невозможно отличить от натурального. Это как будто бы стриженный кролик Рекс. Эти волокна меховые переливаются на свету. И я, если честно, друзья мои, сегодня не могу отличить эко-меха от натуральных. Эко-мех, его преимущество в практичности. Износу ему не будет. Это французская качество эко-меха, и сегодня француженки с любовью носят шубки из эко-меха или украшают зону воротника своих курток или пальто. Так вот, наш воротник отстегивается, вы можете носить его на любой одежде, можете надеть его на капюшон. Ну а если вдруг при желании наступит весна, снимите этот мех, и если вы попадете под дождь, ваше пальто Дженни оставит вас в сухости и защитит вас не только от морозов, но еще и от ветров и дождей. Ну что ж, то есть получается непромокаемое пальто, непродуваемое пальто до минус 20 градусов будет нас согревать, но при этом фигуру нашу женственную показывать. Конечно же, со стройнящим эффектом длинное пальто за 9 999 рублей. Это специальная, самая выгодная цена плюс бесплатная доставка. Давайте я вам покажу еще один очень приятный фокус. Вы любите носить меховые горжетки и шарфики. Так вот, мои дорогие, почему я сказала, что эту меховую деталь вы можете украсить любую одежду? Сегодня очень модно навязанные трикотажные свитеры, платья, я вам покажу это, надевать меховые шарфики. Так вот, вы тоже можете надеть этот меховой шарфик на область шеи, тем самым закрыв себя от ветра. Вы можете его перевернуть, вы можете сделать его бантом или даже воротником стойкой. Дерзайте, мои дорогие, экспериментируйте с вами. Ну а сейчас, Оленька, я тебя покину буквально на несколько минут. Давай. Для того, чтобы еще раз сказать нашим женщинам, как правильно выбрать свой размер. Выбирайте для себя сегодня пальто. Ну, видите, даже экспериментировать с ним немножечко можно. Светлана Воронцова вам показала, как его можно по-разному носить. Ну что ж, смотрите, три цвета на выбор. Размеры сдвоенные до 62 размера. Минус 25 градусов точно выдержит. И 3700 рублей, именно столько вы сегодня экономите, плюс бесплатная доставка. Свет, я вот сейчас смотрю на тебя и думаю, как красиво, что у тебя и вот талию можно подчеркнуть. Оля, я даже в платье такой талии у себя не видела, как в этом пальто. Друзья мои, на мне зимнее пальто из Фабертека. Вот что значит пальто, которое настройнят. Вставки, которые мы видим сейчас, чуть-чуть по-другому расположены. Они более мелкие. Эта комбинация позволит уменьшить мои параметры бедер на 10 сантиметров. Ух ты, такая хорошенькая! И девчонки, вы тоже! Все стройные и красивые, и вы так сможете! Звоните и заказывайте прямо сейчас свое новое шикарное пальто!